Ведь фактически здесь во всем, если посмотреть внимательно, в информационном пространстве, вот этот синдром эскапизма, то есть от слова escape – сбегать. Человек бежит куда угодно. Естественно, вариантов побега очень много. То есть вариаций куда и как, их бесчисленное количество. Можно также создавать, менять партнеров в отношении, это тоже самая форма бегства. Вопрос, зачем? Может быть, надо посмотреть, стоит ли бежать, от чего я бегу, и могу ли я по факту убежать. И даже то же самое информационное пространство, оно ведь транслирует, что люди, которые там на смертном отре, говорят, как будто и не жив, как будто один миг, как будто что-то упустил. Ну, примите эту информацию тоже, послушайте, как она вас откликается, что человек упустил, чего он не заметил, потому что он бежал куда-то.